Ваша главная задача на этой конференции, в чем суть, главная проблема сегодня в образовании? Как вы ее формулируете? Образование тяжело, но как часть, как структура общества. Да, я один из родоначальников нового направления медицины, социальной медицины. Мы вдруг видим, что общество – это организм, школа – это организм, семья – это организм, значит, это живые структуры, которые могут болеть и могут быть здоровыми. И, соответственно, нужна социальная медицина, которая лечит общество. И вот то, что сегодня звучало, однозначно сфера образования тяжело больна. И его надо лечить. У нас у врачей есть три вида лечения. Симптомы убрать симптоматическое, механизм заблокировать патогенетическое и причину убрать этиологическое. Так вот здесь все говорят о лечении симптомов у системы образования. А нужно понимать, образование – это всего лишь часть общества в целом. И если болеет общество, то болезнь системы образования – это отражение общей болезни. То есть надо лечить систему общества. Нужно лечить общество. А лечение, я сказал, можно симптомами заниматься, можно механизмы блокировать, а можно найти причину. Так вот, причиной всех наших бед сейчас – это порочная система капитализма. Он по определению, классики говорили, он некрофилен, он зациклен, заточен на то, чтобы показывать кровь, грязь, страдания, смерть. И мы реально это видим. Вот Казанский стрелок, не он виноват. Он просто взращен в атмосферы некрофилии. А если вам не нравится некрофильный строй, тогда нужно приступить. И вот один докладчик из Владимира, я его хочу потом поддержать. Нужно нам сесть. Наверное. А что мы хотим иметь? Что должно прийти взамен капитализма? Причем для меня коммунизм – это, а я сам советский человек, коммунист, но это пройденный этап, нужно идти дальше на плечах коммунизма. И вот ключевой вопрос сейчас в лечении общества и образования – это срочно приступить к прорисовке общества, которое должно быть, и всеми силами, включая политическую забастовку, включая итальянскую забастовку, настоять на том, чтобы приступить к строительству другой страны, в рамках которой жить хочется. Вот моя задача. Вот поэтому, я так понимаю, ваш доклад называется «Новая эпоха». Да, вот куда нам дальше идти.